И вот она, моя красавица, статуя свободы. Мы потихонечку идем. Да, холодно. Конечно, хорошо, что у меня курточка есть. Ну, не так холодно, но чувствуется. Как вы заметили, мы все идем без вещей, потому что все наши вещи остались в каюте. Мне там один писал, вернее, женщина под мужским именем писала, что нас сегодня будут выселять с круиза. Я говорю, ну посмотрим. Выселят, так возьмем билет, полетим домой. Несмотря на то, что у меня на завтра билет на самолет до Орландо. Нас пропускают через какой-то бокс. Хер знает через что. Вот тут очередь такая. Везде идет горячий воздух. Нам не дают замерзнуть. Итак, я вышла с этого темного помещения. И пошли. А куда идти? Тут вот... Это, видимо, дорога сверху, да. Поставила себе точку. В точку возврата на карте, куда потом возвращаться. Пошли. Привет, Нью-Йорк. Куртка пока не нужна. Пока вроде бы не холодно. Прохладно, но не очень. Езжай, дорогой. Как-то все это выглядит не очень хорошо. Мне не очень нравится. Вот 88-й пир, мне надо будет сюда вернуться. Опять идти вот под этими бездомные, смотри. Ну, короче, пошли куда-нибудь. И вот я в центре города. Так, мой теплоход остался там. Я сфотографировала фотку 48-я, 11-я улица, пересечение. И вот сейчас я туда пойду, прям в самый центр. Все дороги ведут в центр. Тетка стоит на перекрестке. Матерится на английском. Матерится сама с собой. Сама себе под нос. Вот если честно, конечно, я не смогла бы жить в Нью-Йорке. Это не мой город для проживания. Ни за какие блага в мире нет. Приехать туда на 2-3 дня, да. Но жить, конечно, не для меня вообще. Женщина стоит в маечке. А мне холодно. Так вот собирают банки и бутылки и сдают их. Какая вонища стоит. Фу, блин, караул. Прошерстил мусорку. Паша, фу, как воняет. Так, куда-то я уже выхожу, что-то я уже вижу, хоть какую-то цивилизацию. Walter Kerr театр. Опять пошли по этим задворкам. Помните, как Чарли Чаплин в таких дверях ходил? Пошли. Раз, и она сама начинает. А я посмотрела в магазине. Хочу купить кока-колу. Там написано use another door. Ну, поэтому я туда и поперлась. А, в другую сторону. Опять пришла сюда. И где-то дверь. Херочки, той двери нету. Обманули дурака на 4 кулака. Я у продавца спрашиваю, почему надпись висит? Другая дверь. Я говорю, потому что со всех сторон. Он так рукой махнул, говорит, типа, неважно. В смысле, неважно. Взяла себе Starbucks. За 100 лет его не пила. Улица Бродвей. Какая-то... Ларьки стоят, что-то продают. Посмотрим сейчас, куда. Сейчас я поставлю на карте, где я нахожусь. Запомню это место, потому что мне сюда нужно будет вернуться, потом свернуть вот туда и идти прямо на теплоход. Запоминаем. Так, я вышла на Times Square. Пойдем. Какой-то фестиваль здесь. Пошли посмотрим, что там продают. Бижутерия, рождественские распродажи какие-то. Шапки, шарфы. Пончо. Да, и вот там начинается что-то. Да, вот эти лестницы, вот я теперь узнаю Times Square. Сюда надо приезжать на Новый год. Джордж!
Ну что, переходим? Или пусть они проедут? Проезжайте уже, проезжайте. Я даже на карту не посмотрела, и меня дорожка вывела на Таймс-сквер. Тут постоянно много людей, тут такое веселье всегда. Как ему не холодно? На улице реально холодно. С нами сфотографироваться. Я говорю, в следующий раз. Я как раз загружала шорт. Ну что, пойдем наверх? Что ли мне включить прямой эфир? Ой, сколько людей. От этого метро или что это? Девчонка родилась, чтобы сделать фотографии. Да, эти знаменитые громадные телевизоры. Что, пойдем куда-нибудь еще, что у нас здесь? Амстердам, Лирик. Какой шум, какой гам идет от этой подземки. Что там у них под землей? А, конфетти виш, желание. Загадай желание. Желание из конфетти. Кохан. Give me regards of Broadway. Как шумно, ужас. Вот мой магазин Forever 21. Победа какая-то хромая. Еле ходит. Ну понятно, он же ходит на этих деревяшках. Напугали. Вы чё? Вы чё, ребята? Вы же так не пугайте. О, кого только здесь нет. Это принцесса престарелая. Волшебная лампа Аладдина. Рекламка, куда можно пойти, чтобы посмотреть. Бедные ходят. Вот так вот. Да, и совсем недавно, я помню этот Нью-Йорк, во время коронавируса, пустые улицы.
куча полицейских машин, куча пожарных машин, скорая помощь. Что творилось? Страшно, страшно вспомнить, что творилось. Но теперь, слава богу, коронавирус ушел. И пусть он никогда не возвращается. Ни он, ни нечто ему подобное. Что-то я все равно себя не очень хорошо чувствую. Состояние, нестояние. Ну что, пойдем в магазин «I love New York». «I love New York gifts». Ой, меня качает. Голову задрала и меня закачала. Пошли. Футболочки, сумочки. Statue of Liberty. Ой, да, меня покачивает чуть-чуть, да. И тут эти мультяшные персонажи. Ну, они просто зарабатывают, как вы с ними фотографируетесь и платите им денежку за это. Beer Garden. Пивной сад. No, thank you. Thank you. Интересно, я успею тут пройти? Пошли, 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 пошли. Лужу. Переступаем. Чего ты? Кому ты там уже сигналишь? Дальше идти некуда, в ту сторону. Пошли обратно. Желтый такси. Как в Турции желтые такси, так и здесь, в Нью-Йорке. О, всего лишь только полвторого. Ну да, я пойду здесь потихонечку, как раз в 3 дойду. В 3 меня запустят на теплоход. Big Bus Нью-Йорк. Да что ж это такое со мной за ерунда какая? Ты посмотри, уже вроде как нормально себя чувствую, все равно меня качает, кидает. Что это такое? Ботинки красивые. В одном пиджачке, пожалуйста. Я иду, одела тоненькие носочки, у меня ногам просто. Я, может, где-то остановлюсь, сниму и да, положу в карман. Надо было с голой ногой выходить. Но я почему-то думала, что вот в куртке мне, если бы я без куртки, я бы замерзла. Ножки молодцы у меня. И вот это 48-я улица, по которой мне добираться до моего теплохода. Давайте-ка я здесь приду. Можно? Можно? Ты меня видишь? Теслочка. Фу, как воняет этим куревом, этой травой. Жуть. Просто воняет куревом этой, как она называется, эта трава. Такое ощущение, что просто весь город ее курит. Неприятный просто такой, неприятный запах такой сильный, какой-то марихуаны. Ну, разрешили здесь курить, поэтому люди курят. Есть, многим даже приписывают врачи. Там, для снятия боли, там, я не знаю, я понятия не имею для чего. Короче, приписывают врачи. И, в принципе, вся Америка уже курит марихуану. И ничего из-за этого не бывает. Тут она и продается. Вид – это трава. Ну, это... Не просто трава, вид – это сорняк. И вот она, марихуана, вид world, мировая марихуана, если так можно сказать. Заходите, покупаете, можно пойти посмотреть. Вот он, кустик с этой марихуаной.
аяваска, аяхуаска, и все с ней вместе связано. Все такое ято. Hello. Чтобы туда зайти, нужно ID. И нужно, это нельзя снимать. Ну, я успела что-то снять, пока мальчишка там лазил где-то под этим. Я прям здесь бы села, наверное, кофейка попила, если тут кофе есть. Ой, как кружится голова. Нет, тут еда. А вот там прям пар валит. Это, видимо, откуда-то тоже из-под земли. Везде полиция. Очень много полиции. Но все равно грязно. Вот чувствуется какое-то нечисто. Ну, понятно, столько людей. Конечно, столько людей, такие толпы, естественно. Откуда тут чистоте взяться? Ну, как-то мы переживем это. И наш вид, этот веселый. Fuck you, pay me. Фу, какой ужас. Трахни меня, заплати мне. Кошмар какой. Попрошайка с такой музыкой. Они хухры-мухры. Вот так вот. А мы как думали. Американский попрошайка отличается от российских попрошаек. Вау. Ну, такое написать. Караул просто. Вот уличные продавцы тоже, пожалуйста, разместила, вещи положила и к себе торгует. Никто не гоняет, по всей видимости. Видимо, позволено. Может быть, лицензию. Ну, кто его знает. Late night, dinner. Ой. Big Apple. Applebee — это ресторан. Caroline's. Комедийный клуб. Театр, наверное. И вот она как растет капуста. Ну, понятное дело, она несъедобная. Ну, красивая, конечно. Очень шумно. Все пищит, все гремит. 50-я стрит. Урбан Плаза. Вот 24 часа паркинг. Гараж один и второй. В следующий раз, когда приеду в Нью-Йорк на машине, я буду знать, где запарковать свою машину. New World Stages. А это что за гаражи такие? Почему машины так стоят? Ха, интересно. Наверное, не опускаются. Вот как взять свою машину отсюда? Не знаю, удивительно. Это еще один бродвейский театр. Мама, халал фуд. Халал фуд. Я тяну немножко время, тяну, чтобы добраться до теплохода к 3 часам. Потому что раньше 3 все равно отпускать не будут. Ну, там посижу внутри, если что. Конечно, очень много всяких ресторанчиков, кафешечек. Ну, что центр города, конечно. Чем людям заниматься? Есть, выпивать и наслаждаться жизнью. Ёлочки продаются, так пахнут хорошо. Вон, какие перчатки вмонтированы уже в велосипед. Понятно, когда ты едешь на велике, руки, конечно, мерзнут. А как без этого? Так, и вот моя 48-я стрит. И пошли туда. По прямой. Уже начало 3-го. Вон сколько замков. Это мусорники. И вход в подвальное помещение. Вот там внизу тоже квартиры, там люди живут. Ох, так что пошли по злачным местам. Мусор, мусор, мусор.
зачем столько замков, не могу понять. Ай. А нет, там люди не живут, там какие-то сараюшки. Парк, где детвора играет. Ночью было 2 градуса мороза. Я когда выходила в 5 утра, было 2 градуса мороза. Да, конечно, улицы грязные, вот все валяется, сколько бумаги. Ну, это не тот мусор, конечно, мусор, но все равно неприятно на это смотреть. Может, это участь всех больших городов, Бог его знает. Ну, как-то, я думаю, все это можно было подмести, убрать. Ну, не знаю. Так что не везде Америка одинакова. Если Флорида вся вылизана, вот такого никогда не увидишь. Даже в черных районах. Железнодорожная линия под нами. И вот, пожалуйста, я только возмущалась, там где-то расписаны были стены, то же самое здесь. Как это некрасиво. Вороги вернутся. Дурашки, что же вы деретесь? Так интересная квартира такая вынесена. Подвесная такая. Класс, мне нравится. Зато со всех сторон солнце. Продажа автомобилей. И вот я вот уже вижу, вон 88-й пирс. Такая холодная улица, я прям накинула капюшон. Так холодно по этой улице, вот на солнышке вроде нормально. Иду и думаю, где мой корабль? Думаю, угнали наш корабль в другое место. Стоит родненький, родименький. Я не могу, у меня ноги горят, мне надо снять носки, потому что я сейчас просто задохнусь в них. Караул. Такой красивый закат. Еще, кстати, нет даже 5, где-то без 15:05. Почему так рано темнеет? Хотя, да, уже декабрь. Шикарный закат. Красиво. Красиво.